Всем привет! Сегодня у нас опять Excel. Так, давайте я увеличу. Ну, представьте, у вас есть какие-то данные, да, где, ну, наименование товара, допустим, абсолютно неважно какие. И вам дали задание, чтобы все буквы были заглавными, большими или прописными, их по-разному называют, но суть от этого не меняется. Вот для этого у нас есть такая формула прописан. И вот подсказочка, делают все буквы в строке прописными, да, то есть пишем эту функцию, в скобочках ссылочку на ячейку. И вот у нас были стулья, где первая буква была большая, остальные маленькие, то же самое столы, карандаши. Вот, я преобразовал вот так данные, теперь я все это могу выделить, скопировать. И вот сюда уже вставить именно значение, то есть использовать вот эту вставку 1, 2, 3. Все это могу удалить. И теперь смотрите, что у нас получилось. Вот все буквы стали заглавными. Вот такая вот полезная функция. Всем спасибо. Всем пока.